Я Александр Ленник, автор-исполнитель, принял вызов потрясающей артистки Назифы Кадыровой. Я решил бросить вызов моим друзьям, автор-исполнителям, среди них Рамиль Бадаш, это тоже мой друг Анатолий Полянин и солнечный бант Александр Мичурин. Так что, ребята, вы меня услышали. Давайте внесем посильный вклад в это благое дело. Этот прыжок номер 100 посвящен вам, дорогие ветераны искусства. Все будет окей. С руки ругаться на ветра, ведь даже в штиль в ветрах живет прыжок. И знаем мы, как велика цена простому шагу в бешеный поток. Мы словно беглый узник замка ив, свободу пьем, как терпкое вино, глотая воздух, небу подарив свободное падение свое. Если спросит кто, что нас тянет ввысь, побеждая страх, падать камнем вниз, на вопрос такой есть ответ один: а мы не падаем, мы летим. Да мы не падаем, мы летим. Вот и она, царица высота, затягивает, как водоворот. За горизонт цепляются глаза, внизу колдун колдует нам заход. Летим и жжем потоками лицо, хранитель ангел рядом знаем мы. И хочет сердце выдернуть кольцо, но сердце не указчик для руки. Если спросит кто, что нас тянет ввысь, побеждая страх, падать камнем вниз, на вопрос такой есть ответ один: а мы не падаем, мы летим. Да мы не падаем, мы летим. Еще не время, 1600, еще 100 метров, а потом пора. Ну а пока непрерванный полет, и раздвигают плечи облака. Пошла отмашка, стянут каждый нерв, в руке медуза рвется к небесам. Разжата кисть и взгляд на купол вверх, дай бог, чтоб каждый видел его там. Если спросит кто, что нас тянет ввысь, побеждая страх, падать камнем вниз, на вопрос такой есть ответ один: а мы не падаем, мы летим. Да мы не падаем, мы летим. Опять земля и купол на плече, и сердце ровно вновь стучит в груди. Иду к друзьям по небу, по судьбе, к
как от себя, от них мне не уйти. Привет работнику искусства и культуры!